Кто не знает, пусть узнает. 1 января 2013 года. А, ты говоришь, что нет никаких зверей. Вот след. Следы есть, да. Радует то, что есть следы. Да. Нет гарантии, что это не собачьи следы. Ну, там зайца следы были, так вот. Две лапки. Ну, ну да, то есть не человеческие все же. Может быть, орешки выпадают первые, а потом шишки падают. Дракон с отрубленной головой. Маленькие елочки, весело зимой. Бантик привяжешь? Да. Это не пальская ленточка. Путникам указывала. На верхушке Крымской горы. Может быть, она название имеет. Это не пальская, это прямо из самого Катманду. Ленточка. Кого-то, может быть, она спасет. Поможет. Да. Поэтому... Не напрасно время потратили, сегодня в поход пошли. Добрыми намерениями, потому что мне ее подарили тоже по-доброму. 1 января. День свободы от цивилизации. Первый день в этом году можно надышаться и сделать хорошее начало. Без тропинка выходит, видишь? Угу.